Майя Санду убеждена, что Крым является частью Украины. Такое заявление президент сделала в понедельник на саммите по инаугурации Крымской платформы в Киеве. Я нахожусь тут, щоб підтвердити незмінну підтримку Молдовою. Я здесь, чтобы подтвердить, что Молдова твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Крым — это часть Украины, и его незаконная аннексия является преступным нарушением международного права. В мероприятии участвуют 14 глав государств и правительств и 44 международных делегации, в том числе высокопоставленные лица Евросоюза. В пресс-релизе администрации президента сообщается, что помимо переговоров на форуме, у Майи Санду запланированы двусторонние встречи с президентами Эстонии и Латвии, премьером Швеции, федеральным министром по европейским и международным делам Австрии, а также с исполнительным вице-председателем Европейской комиссии. Участие Санду в саммите вызвало осуждение со стороны партии социалистов. Там заявили, что президент подрывает процесс восстановления доверия между Россией и Молдовой, из-за чего могут пострадать экспортеры сельхозпродукции на российский рынок и трудовые мигранты. В ПСРМ опасаются и негативных последствий для процесса приднестровского урегулирования. Администрация президента не ответила на наши звонки и сообщения, чтобы прокомментировать заявление социалистов.